Всем привет, друзья! Сейчас быстренько пройдемся по полочкам, по акциям, которые мне попались. Вечерний Киев коробка 125 гривен, Рошен пористые по 13, Лакми большие шоколадки 67 гривен. Также это новинка от Свиточ 67,90, большая шоколадка с фисташкой 240 грамм. Вот так выглядит, очень-очень красиво. Также уже появились новогодние Дед Морозы, плоские, от Милка, 41,90, вот так вот выглядит. Конфеты Milka Moments 62,90 и I Love Milka 55,90. А также новогодние шарики. Я их не пробовала, но слышала очень классные отзывы. Вот такие шарики с Oreo, их нужно кушать ложечкой. Они без скидки, но всегда в Новый год они есть, 86 гривен. Конфеты Шарм по 20,98 со скидкой за 100 грамм, Лаватца 98,50 заварной кофе и в зернах 189 гривен килограммовый кофе. Какао по скидке 26,50, а также Барни по скидке по 28 гривен. Пюрешки Чудо-Чадо от 12 до 14 гривен по оранжевому ценнику. И польские сырочки по 33 гривны тоже по скидке. Всем привет, АТПшники! У меня сегодня небольшая такая покупочка. Пошла за хлебом. Хлеба в итоге не было. И что я взяла? А, ну, конечно, еще за кормом. Вот такой вот мы берем корм сейчас. Он бюджетный, на самом деле, для нашего кота подходит. Потому что, когда он был поменьше, покупали более. Это было давно, коту у нас сколько? 10 лет. Да, 10 или 11, подождите. Ну, где-то 10 лет. Конечно, вначале кормила я его только там роял канином и так далее. Вот, но 10 лет назад он и стоил доступней. Могли себе позволить нормально. То сейчас дело не в том. Дело в том, что у него мочекаменная болезнь. И много кормов перепробовали. И часто у него были рецидивы в холодное время года. И в итоге, вы знаете, сошлись на недорогом бюджетном корме 4 лапы. Для стерилизованных. И тьфу-тьфу. Вот как ни странно, но он помогает. Ну, как помогает? По крайней мере, нет рецидивов, да, после него. Сейчас он по скидке 38,20, 300 грамм. Так, взяла сырок Славяночка. Вы все знаете, как он выглядит. 11,90 Милка по акции, 29,70 из-за того, что у нас орехами. Далее. Улвейсы 47,30, большая. Зорина Сяево по 150. Я вчера, не, позавчера была в Ашане, друзья мои. Зорина Сяево там 200 гривен за килограмм. И вообще от цен в Ашане у меня немножко волосы дыбом. Когда у нас Ашан открыли, я ездила только Ашан на закупку. У нас бесплатная маршрутка возила в Ашан, потому что он был... На окружной дороге, скажем так, нужно было проехаться. Туда прямого ничего не ходило, и сейчас ходит туда маршрутка. Но у нас Ашан уже ближе открыли, другой. Но дело не в том. Действительно, это было выгодно. Там я брала все, начиная от продуктов, заканчивая там всеми детскими товарами. Тогда еще дети были меньше, да, маленькие. Там всякие памперсы, пеленки, бытовая химия. Потом началась школа, все к школе. То есть, знаете... Действительно было выгодно. Но сейчас, приезжая в Ашан, я понимаю, что цены какие-то космос. Вот. И он абсолютно не тот Ашан, который был раньше. Вот, к сожалению, да. Вот такой вот чек у меня. Вроде бы все показала. И я была еще в форе. Пошла за хлебом. Хлеба вообще нет. Все, что нашла, в принципе, свежие вот эти булочки балтийские и лаваш со шпинатом. Лаваш 17. Булочки 14 гривен. Взяла тесто. Так, тесто. 28,50, так как оно еще по скидке взяла. Я вам рассказывала, что очень классное тесто, бездрожжевое. Даже в моей духовке, скажем так, не очень, которая печет, оно выпекается. А если у вас хорошая духовка, вообще будет супер-бомба. Томат розовый на 22 по 54,90. Такие себе, но я взяла, хочу сделать пиццу из лаваша сегодня. Когда-то давно показывала, думаю, все знают, это рецепт из Ютуба, миллионный рецепт. Берется листики лаваша, яйцо взбивается
И слоями кладется помидор, сыр, можно туда колбасу, но это как бы можно без колбасы. И потом вот снова слоями. И заливается все это яйцо. И вот такая пицца. Вот очень хорошая, очень вкусно все. В принципе, вот такое вот у меня здесь еще скидку сняли. Ой, вернее, бонусы сняли. Получилось на 71 томат, лаваш, тесто, булка. Сейчас вам покажу еще прикол. Нет, это не прикол, прикол покажу чуть позже. Спасибо зрительнице, которая написала, что кардиосоль, вот это есть в Ашане. Я про нее слышала, но я видела в интернете, пробивала на пром.ua, честно говоря, думала, что нужно будет заказывать. И я не знала, что в Ашане есть. В общем, я была в Ашане и купила вот такую кардиосоль от Salute di Mare. Чем она необычная от других? Здесь на 30% больше калия в сравнении с обычной солью. Вот такая вот, 750 грамм, по-моему, 37 гривен стоит. Сейчас я вам покажу состав. Так, соль морская 70% и калия, хлорид 30%. Вот, можете почитать, что здесь калий для нервной системы, для функционирования мязев, мышц, да? И, в принципе, для здорового питания тоже подходит. Вот, будем пробовать. Ну, это я для папы, конечно, взяла. В принципе, нормально подходит. Я ему не сказала, что это какая-то суперсоль. Просто ее подменила, и, вы знаете, все прошло. Так, а теперь прикол. Смотрите, мне дали сдачу. ВТБ хотела расплатиться. И мне не приняли вот такую купюру. Вот. Они говорят, почему это оно такое бордовое? Еще, знаете, с таким хамством, как всегда. Чего цена у вас вот такая? Вот, серьезно. Какая, говорю, вот мне дали сдачу. Говорит, откуда я знаю, у меня лежали деньги в кармане, я даю. Она мне говорит, нет, я отдает назад. У меня вот приедут инкассаторы, они у меня не возьмут, и мне придется со своего кармана докладывать. Я говорю, а что с ней не так? Она сильно бордовая. Не знаю, она ее под этот автомат, короче, она мне ее не приняла. Друзья мои, я вот думаю, это что, фальшивку мне дали? Кстати, мы когда были в больнице, тоже женщина, с точно такой же историей. Пришла, 50 гривен, показывала, что у нее не берут. Я вот думаю, может, действительно, еще и показываю, говорю, ой, я не видела таких новых 50-ок. И у меня теперь вопрос, так если это, может, действительно фальшивая партия? И вот так вот по Киеву разошлась, и мы ходим. Не знаю, пойду в банк, наверное, спрошу, что с ней делать, или мне вот просто очень это интересно. Так что смотрите, друзья, она мне так сказала, вот кто вам дал сдачу, идите туда и отнесите ее. Поэтому хочу вас тоже предостеречь. Если вам попадаются эти писятки, наверное, лучше их не брать. Пускай лучше мелочи вам дают. Потому что вы видите какой-то бред, честно говоря. Может быть, действительно они не выпускались новые, я не знаю. Вот откуда знать, выпускалась новая или не выпускалась. Как это знать? Так что нужно, видите, быть на чеку. 50 гривен тоже все-таки... Ну, вроде бы и немного, но и не 10, и не 2 гривны. А купюра такая, в принципе, нормальная. Так что пойду в банк, тоже узнаю, друзья. Так что вы тоже будьте бдительны, внимательны. Проверяйте. Лучше не брать, я так думаю. Конечно, я теперь тоже брать не буду. Пускай лучше дают вон сейчас железные монет полно, по 10 гривен и так далее. Пускай дают монетами, ничего страшного. Все, друзья, всем спасибо за внимание, за то, что сегодня были со мной. И не... Забывайте про мой канал, как говорится, никуда не уходите, можете посмотреть другие видео, и завтра будет следующее видео. Всем пока-пока, не забудьте поставить лайк.